Видишь меня? К сожалению, даже много. Понятно, хорошо. Друзья, мы переходим к вручению призов и подарков. Начинаем мы с чего? С музыкального театра. Музыкальный театр, да. Один билет у нас на спектакль «Любовь и голуби», а другой на Crazy Dance 5 свадеб в один день. Александр Свирский, Наталья, вам достаются призы. У Натальи номер на 0402 заканчивается. Кто первый успеет, тот и молодец. Все, мельтешите другим билетом, пожалуйста. Драматический театр. Не теребите, да? Не теребите. Хорошо. Не теребите контрамарку, Вячеслав. Показывайте. На вождение Екатерины. Сергей, читай. Можешь показать на вождение Екатерины? Просто показать, да. Нет, нет, вообще не про вождение, а на вождение уже у Екатерины. А, все. Краеведческий. Вообще, как с вами мандаринчиками сложно. Краеведческий, вы знаете? Наталья Кулькова. Спасибо вам. Ну и наш, как сказать, калейдоскоп. Журнал Теле7. Елена Дмитриевна за правильный ответ на... вопрос от журнала Теле7. Пока, Вячеслав. Тысяча чертей! Это наши операторы. Это наши операторы. Они заряжают пушку. А зачем? А, они, наверное, будут стрелять. Прибавить ходу. Ать-два. Вот мы, кстати, ать-два отсюда прямо сейчас и совершим. Друзья, напоследок, как обычно, мысли вслух. Вот вы знаете, бывает такой вот, наступает момент, и ты не выпиваешь, не выпиваешь, не выпиваешь, не выпиваешь. Вообще не выпиваешь. Не вообще, знаю. Вообще. Нет. Вот, а потом понимаешь, что вообще это не твое на самом деле. Все, счастливо. Всем пока.